Перед вами Range Rover с двигателем 4.2. Этот грозный британец создан для того, чтобы мощно и красиво звучать. Естественно, мы здесь сделаем выхлоп, но он будет управляем с пульта. Как он звучит? Каким образом можно это все включать и выключать? Все очень просто. Существует один вариант на этот автомобиль. Полный примоток на вакуумных заслонках для того, чтобы он максимально громко звучал. И при закрытии этих вакуумных заслонок полный штатный выхлоп. Погнали смотреть. Только что вы услышали звук выхлопа, а теперь скажите мне, смогли бы ли вы отличить его от 5-литрового суперчарджа? Жду ваши ответы в комментариях.